Знакомьтесь, Татьяна Ходунова, сотрудник Солнечногорского механического завода с многолетним стажем, сборщик уникальных изделий. Вот, допустим, я сейчас шью купол, грузовой купол, который составляет в общей сложности 33 квадратных метра. Купол парашюта грузового. Грузового парашюта, да. Но плюс еще вот к этому куполу еще идет 12 куполов, таких же больших и маленьких. Один грузовой купол парашюта. Составляет, да, больших и 12 маленьких. Парашютов, да, все надежно. У нас все надежно. У нас вот товарищи-контролеры нашу потом продукцию проверяют. И потом после их проверки у нас идет, значит, на военку. На военке еще проверяют. Так что ошибаться здесь нельзя. Все строго по линейке. Пришла я сюда после 8 класса в училище. Это училище поработала, ушла в декрет трижды. И потом вот опять вернулась на завод. Общий стаж у меня на заводе почти 15 лет. Работа мне нравится. Если бы не нравилось, наверное, не вернулась. Коллектив хороший, добрый. Девочки все хорошие. У нас от нашей продукции зависит жизнь людей, скажем так. Вот поэтому здесь не должно никакой быть оплошности, никакого подвоха. Все должно быть четко. От каждого шовчика нашего зависит жизнь человеческая, людская. Татьяна Константиновна – мастер 4-го разряда, настоящий профессионал. Ей доверяют самые сложные заказы. Несмотря на серьезность своей профессии, Татьяна Ходунова находит время и на творчество. Она главный активист художественной самодеятельности завода. Выступает на всех праздниках и концертах. Очень общительная, очень веселая, жизнерадостная женщина. Ну, в основном так заводит коллектив она у нас. Очень она такая звонкая, громкая. Очень-очень веселая женщина. Бывает скучно, когда она в отпуск уходит, да, мы скучаем без нее. Очень не хватает ее звонкого голоса нам. У Татьяны Константиновны трое детей и, внимание, 12 внуков и все мальчики. Кто знает, может, кто-то из них однажды свяжет свою жизнь с профессией, где будут необходимы изделия Солнечногорского механического завода. Наш завод выпускает продукцию тормозные системы, спасательная система, это людская техника, которой наши летчики не одна, пользуются нашей техникой. Вот смотрим, допустим, парад какой-то, да, вот был 9 мая, смотрим наши системы, и, конечно, это же гордость. И мы даже перезваниваемся, смотрите, наши системы, мы уже знаем их наизусть. Я думаю, что больше никто такие не выпускает системы, как только наши заводы. Есть системы спасательные, есть тормозные, есть спецназначения, есть подводники. Вышел, допустим, подводник, да? И сразу выталкивается, и что с ним может? Разорвать аорту. А он сокращает его. Ну, как стабилизирует. Там все досконально. Мы не можем сказать, но какую продукцию мы выпускаем, как она надежна, мы об этом знаем. Солнечногорский механический завод выполняет гособоронзаказ, поэтому во многих производственных цехах снимать не разрешили. Материалы, которые применяют, обороты производства, технологии – все военная тайна. Позволили показать совсем чуть-чуть. Сейчас вот тут вот на данном столе происходит проверка правильного монтажа строп грузового парашюта. Сотрудницы вот сейчас как раз этим занимаются, да? Вы проверяете, правильно ли они лежат, правильно ли они сшиты, правильно ли они развернуты. Все было выполнено в соответствии с чертежом и технологическим процессом. Угу. И получается, каждую вот эту вот ленточку, да, вы должны вставить вот в это устройство, да? Да. Как мне уже заранее сказали, это вот, ну, на таком, можно сказать, сленге завода называется грабли, да, приспособление это. И вот вы вставляете эти ленточки. Дальше что? Дальше сейчас пойдем смотреть, правильно ли они у нас лежат.
То есть вы каждую ленту вставляете вот в такой желобок, да, и просто проводите и выравниваете, да? Сегодня на Солнечногорском механическом заводе торжественное событие. В преддверии Дня машиностроителя его сотрудники принимают поздравления от администрации округа. Этот завод вообще вся жизнь. Мы у нас тут и играем, и работаем, и на всякие мероприятия устраиваются у нас. Очень весело и здорово, дружно мы живем здесь. То есть мы изготавливаем продукцию, которая помогает, то есть во многим, то есть и военной технике, и космосу, везде. То есть я горжусь своей работой. Лучших сотрудников завода в честь праздника награждают почетными грамотами. Среди них и наша героиня. Кудунова Татьяна Константиновна, сборщик изделий 4-го разряда. Голос Солнечногорска практически. Поздравляю. Юлия Унрау, Екатерина Косевич, Мария Новицкая. Наше время.